Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. В этом видео я хочу рассказать вам о всходах лабелии. Конечно, при посеве семян лабелии есть определенные тру трудности. Это плесень, когда ее посеешь ковром, то бывает вот это вот заплесневение, потом она выпадает, то есть это черная ножка и так далее. Но в этом сезоне я заказала профессиональные семена дражированные, то есть в одной гранулке по несколько э, семян. Так вот, хочу сказать, что мне очень понравилось, вот такой вот понравился посев. То есть я по принципу петуни точно так же, такой же приготовила грунт, сделала бороздки. Эти гранулки распределила по поверхности, ну, в сантиметре друг от друга. Затем сверху опрыскала, по возможности гранулки, конечно, были крупнее, чем у петуни, немного крупнее. Опрыскала по возможности я эти гранулки так вот, чтобы они так размокли. Ну и накрыла бахилкой седьмой день сегодня от посева у меня семян лабелием и я дождалась всходов давайте посмотрим под макросыкой эти маленькие маленькие всходы посмотрите из одной гранулки выходит целая кучка лабелей вот таким вот образом это все происходит хочу вам показать вот именно что как всходит гранулированная из-за того, что, естественно, она содержится под бахилкой, я как только-только появились первые всходы, я сразу же, видите, присыпала грунт песком. То есть вот так вот, чтобы все-таки влажные условия, они нужны. Но вот я бою, боялась вот этого вот заплесневения. Мне очень, в принципе, понравилось вот пользоваться просто-напросто вот обычным просеянным песком. Как-то вот меня в этом сезоне песок вообще выручал. И как вы видите, сейчас она, лабелия, выглядит такими кустиками, куртинками. В дальнейшем она подрастет. Я ее планирую вот такой куртинкой и уже высаживать в стаканчик. То есть это готовая шапочка лабелии. Так что вот, хочу похвалить вот эту гранулированную лабелию. Но может быть, конечно, сейчас будут противники этих гранулированных. Да? Лучше посеем там, посидим. Я не против, но еще раз повторюсь, для тех, кто, например, как я, слишком занят, для тех, кому нужно вот так вот, чтобы все быстренько, и для тех, кто, наоборот, впервые выращивает лобелию, я посоветую вот такой способ посева, то есть способ гранулами. Благо сейчас можно купить и в обычных цветных пакетиках, я видела, такая лобелия продается, ну и из профессиональных семян тоже можно заказать. После того, как у меня... Полноценная появилась схожесть, я убрала бахилку. Ежедневно я опрыскиваю из пульверизатора. Недавно даже сделала уже полив. Первый полив я сделала с кальцевой селитрой. 1 грамм на 1 литр я развела и я полила в ряди. Затем я еще вот так вот как бы окучивала каждую куртинку грунтом, чтобы прикрыть пушинки корешков так что мне еще раз повторюсь очень этот способ понравился и покать футьфу на мою лабелью она чувствует себя замечательно растет на моем обычном рассадном стеллаже как и все мои плошки стоит под подсветкой так что вот друзья мои поделилась с вами опытом выращивания лабели из гранул надеюсь мой опыт вам понравился не забудьте пожалуйста поставить мне пальчик вверх всем крепкого здоровья до новых встреч и до новых видео пока пока!